Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие зрители, мои любимые, самые любимые подписчики и мои долгожданные гости канала, которые, я надеюсь, будут подписываться, которым понравится и которые заходят не просто потому, что хотят что-то написать неприятное, а хотят посмотреть, может быть, вдохновиться какими-то моими идеями, рукодельными находками. Рукоделием я занимаюсь очень давно, в основном это вязание, 80% это вязание, но канал почему-то родился, когда я увлеклась пэтчворком. Очень увлеклась, уже практически год, как я плотно, даже не изучаю, я ленивая, я не изучаю, я не люблю учиться, я не люблю, когда меня учат, я не люблю школу, поэтому я, знаете как, изобретаю велосипед, даже не велосипед, а его колесико там заднее маленькое, боковое. Вот я такая. Канал давно открыт, но был открыт, знаете, музыку послушать, там посмотреть что-то интересное. И скоро ровно год, как я начала его развивать. Вот так как подходит такой маленький юбилей, и мы уже начинаем ходить, а не ползать. И у меня уже вот-вот-вот на днях будет 5000 подписчиков. Подписчики у меня все активные, живые, это не накрученные подписчики. Я не платила за раскрутку канала, я не хочу этим заниматься. Может быть, потом мне когда-нибудь и захочется. Я не хочу сказать, что этого не должно быть. Каждый делает выбор для себя. Я очень рада, что у меня столько подписчиков. По комментариям это видно, по просмотрам. И для привлечения, скажем так, аудитории больше, и для поощрения моих активных подписчиков, моя дочь предложила сделать розыгрыш и предложила быть спонсором. Почему спонсором? Я живу в Донецке и есть определенные сложности с отправкой посылки. Поэтому посылка будет уходить из Кипра. Посылка небольшая, но очень интересная. Я ее покажу чуть позже. И сейчас я расскажу еще условия розыгрыша. Спонсором и вдохновителем розыгрыша является моя дочь Катерина. У Катюши свой канал «Крошетка», кому интересно. В основном там ее авторские вязаные изделия, то, как она их делает, от и до, пословно. Это мастер-класс, это то, чего от меня добиваются мои некоторые гости канала, когда пишут, вот, это не такое МК, ребята, я не пишу МК, просто повнимательнее и поуважительнее нужно быть в том доме, в который вы приходите. Опять, я не об этом, простите за отступление, я обращаюсь к своим потенциальным подписчикам и к своим существующим уже настоящим подписчикам. Поэтому я хочу очень сделать такой маленький, это будет, знаете, скорее всего, новогодний такой подарок, потому как пока все это произойдет, может быть, рождественский. И что хочу сказать, из Кипра очень долго идет посылка. Бывает 3 недели, а бывает 3 месяца, поэтому тоже обращу на это внимание. Но позже, потом будет выставлено видео о том, как она отправлена, чтобы видели, что ее упаковали, что ее отправили с любовью, с радостью и надеждой, что она придет адресату. Адресата мы тоже покажем. Может быть, короткий ролик пришлете. Это так, в проекте, да? Поэтому сейчас условия розыгрыша. И сам подарок продемонстрирую. Я уже сказала, что подарок небольшой, но очень милый и полезный. Поэтому, думаю, победителю розыгрыша он очень понравится. Я думаю, он всем понравится. Поэтому ожидаю участников розыгрыша. Все, конечно, понимают, что цель данного конкурса и данного розыгрыша – развитие моего канала. Я хочу активизировать и объединить творческих людей у себя на канале, особенно тех, кто боится начать или стесняется показать свои работы. Для этого у меня открыта группа ВКонтакте. Называется так же, как мой канал «Мила Бали». Милости прошу, девочки, мальчики, присоединяйтесь. Вы можете ставить туда фотографии, видео, переписываться. Модерация минимальная. Самое главное, чтобы не было ссор, склок и каких-то грубостей в адрес друг друга. Поэтому можете смело вступать в мою группу ВКонтакте, там можно общаться на любые темы, делиться своими работами, и мы постараемся вам помочь, подсказать то, чего вы, возможно, не знаете. Значит, какие условия? Для того, чтобы стать участником розыгрыша, участник должен быть подписан на YouTube-канал и поставить лайк под этим видео. Второе. Поделиться ссылкой на данное видео о розыгрыше в моем аккаунте в ВК или другой соцсети, аккаунт должен быть действующим. Вы можете поделиться в Одноклассниках, вы можете поделиться в Фейсбуке. Профиль должен быть открыт, ссылки будут проверяться.
Профиль должен быть открыт, и он должен быть не с тремя фотографиями любимых кошечек или взятых с интернета каких-то картинок. Это должен быть живой личный канал. Ну, это тоже понятно, это обычные требования всех розыгрышей и конкурсов. Ссылку можно сопроводить текстом. Участвую в розыгрыше конфетки на канале блогера Милы Бали. И третье. Обязательно в комментарии под данным видео дать ссылку на свой профиль, где вы поделились роликом. Повторю, профиль должен быть открытым. Этот пункт самый важный, поскольку участвовать смогут только те, кто оставил ссылку в комментарии. Четвертое. Вступить в группу ВК. Для тех, у кого нет профиля в соцсетях, но есть канал на YouTube, вы можете снять видео о том, что участвуете в розыгрыше, и оставить ссылочку под своим видео на YouTube. Для меня это тоже очень-очень подходит, очень приветствуется, и это огромная соцсеть. Ну и теперь я расскажу о сроках проведения розыгрыша и о моменте определения победителя. Сам розыгрыш будет проходить неделю с сегодняшнего дня. Победителя я буду определять таким образом. Если участников будет не очень много, человек 20, я напишу имена на бумажках, сложу их в мешочек, перемешаю и вытяну победителя, как это делают все. Если же участников будет много, тогда я буду определять победителя автоматически по комментариям под этим видео. И очень вас прошу, будьте честными и не пишите по два комментария. Засчитываться будет всего один. Ну и теперь о подарках, которые получит победитель розыгрыша. Первое. Это хлопчатобумажная ткань, кусочек 50 на 50 сантиметров, розовый с овечками. Второй экспонат. Набор лоскутков для пэчворка разных расцветок. 5 штук, размер 25 на 25 сантиметров. Третий. Искусственный мех единорожьего цвета формата А4. Из него можно пошить единорога или аксессуар, который покажу в конце видео. Четвертый экспонат. 5 новогодних мини-пакетов для упаковки подарочков. Пятый экспонат. Светодиодная гирлянда на батарейках. Батарейки к ней прилагаются. И вот так она выглядит. Шестой экспонат. Набор наклеек для ногтей. Есть очень яркие, летние и также новогодние. Седьмой экспонат. Магнит на холодильник в форме черепашки с Кипра, так как эти подарочки придут с Кипра к победителю. Восьмой экспонат. Декоративная ленточка с совятами. Думаю, она очень пригодится в рукоделии. Девятый экспонат. Деревянные пуговицы в форме различных предметов. А также сов. Я думаю, сов все очень любят. Десятый экспонат. 3 новогодние мини-открыточки, которые вы сможете использовать, когда будете дарить подарки своим близким. И также, на всякий случай, дочь решила вложить 2 пары глазок на выбор и ракушку для чехла единорога. Вот такого, который вы можете сшить сами по мастер-классу на ее канале. А можете использовать по своему усмотрению. Я очень надеюсь, что розыгрыш всем понравится. Обсудить розыгрыш я приглашаю всех в группу ВКонтакте. Там создан специальный раздел в обсуждениях. А здесь лучше не комментировать, а ставить только ссылочки на профили с размещенной ссылкой этого ролика. Всем удачи, подписывайтесь, заходите в группу. Люблю, целую, всех обнимаю. Всем пока!